607 человек в Дагестане получили положительный тест на коронавирус за минувшие сутки. 117 госпитализированы, 533 выздоровели, 13 скончались. Таковы официальные данные оперштаба региона. По последней информации Минздрава, вакцинировано более 1 миллиона 135 тысяч человек. Роспотребнадзор призывает население быть осторожными и соблюдать санитарные меры. А правоохранители напоминают об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации.